все, ребята, дело сделано, Бэкста мы закрыли, теперь он от нас никуда не убежит. Ах ты, скотобаза! Бэкст, Бэкст, Бэкст! Бэкст, Бэкст! Бэкст! Он там! Быстрее туда! Всем привет! Сегодня вместе с Джеком мы будем застраивать мой небольшой участок. И чтобы мы смогли спокойненько работать ночью, я прикупил еще вот такой вот прожектор. Сейчас я его поставлю, включу и пускай сам себе светит на здоровье. Так, и еще бы найти, где она включается. Ага, вон она сбоку. Вот, падна. Джек, кстати, уже начал строить коробку для ненужных вещей. Единственное, он ее поставил совсем не в нужном месте. Поэтому я хочу ее переместить куда-нибудь в дальний угол, например, в правый верхний. Коробка готова! Наконец-то я смогу освободить свой инвентарь от ненужных топоров. Выкидываем их все и складируем в нашу новую коробку для хлама. Так-то лучше. Теперь нам необходимо построить гараж. Да, я хочу себе гараж, но не простой, а с эстакадой. Так что... я думаю, что строить мы его будем из белого дерева, и под этот параметр нам подходит как раз таки береза, так что поехали за березой! Джек уже закидал древесину в свою машину и готов был ехать, но меня очень удивило, что он положил одну здоровенную древесину, которая не влезла в кузов, себе на колени. Это было очень забавно. Я, недолго думая, решил сделать точно так же, чтобы не мучиться и не разрубливать древесину. Единственный недостаток такого метода – это нельзя поворачивать резко на поворотах, а то получится вот так. Эй, Джек, знаешь, как я сейчас быстро выгружусь? Смотри! Да ёкарный бабай! Понаставят тут не развернуться! Сейчас все выгружу, смотри! Надо разгончику взять, побольше! Да что ты будешь делать, когда не надо так вываливаться, когда надо не вываливаются эти бревна? Джек, вызываю тебя на поединок фехтовальщиков. Только сейчас бревно побольше возьму. Защищайся! Пока мы там с Джеком фехтовали, к нам подтянулись подписчики, понапривозили нам еще березы, мы ее переработали, и это все нам пойдет на гараж. Я думаю, что такими темпами мы очень быстро все построим, если, конечно, не будем отвлекаться. Бэкст, кажется, ни у одного у тебя есть расквашенная большая борода. К тому же, поэтому я еще могу и ходить. Я даже боюсь представить, где такая борода растет. Бэкст, иди к нам, я тебе кое-что покажу. Бегу. О, что это такое? А ты посмотри внутри. О, прикольненько. Это типа как космонавты. Осторожно, двери закрываются. Ну все, ребята. Дело сделано, Бэкста мы закрыли, теперь он от нас никуда не убежит. Ах ты, скотобаза! Можно пойти в киношку, поесть чипсы, посмотреть какой-нибудь экшен. Вот засранец. Да-да, я хочу экшен и чипсы. А может быть на аттракционы поедем, а? А может быть вы меня откроете и выпустите, а? Фу, Джек, что у тебя тут за вонище?
Какая вонища, где ты чё учуял? Вот здесь. Да, я тоже чувствую. Блин, ребята, там же Бэкст, мы про него забыли. Фу, ну и вонь. О, ребята, привет. Я вам сейчас такую тёмную строю. Вы у меня так развоняетесь. Ой-ой-ой, надо бы его закрыть. Закрывай его быстрее, пока он не вылез. Осторожно, двери закрываются. Зачем вы это сделали? Он же там помрет и так воняет. Да он что там взбесился, мы же просто пошутить хотели. Да, ты видел его красные глаза и коричневые штаны? Мне кажется, что он готов нас был убить. Подписываюсь. И я подписываюсь. Подписочка!